Кристина Машковская, Мурманская область, город Мурманск. Кристин, ну, уже не впервые мы видим тебя на личных чемпионатах страны, чемпионатах России среди любителей, среди женщин. Вопрос такой, как в этом году ты оцениваешь состав участниц и кто тебе представляется наиболее вероятными твоими претендентами на победу, помимо тебя, естественно? Добрый день. Ну, уровень такой же сложный, сильный, как и в прошлом году. Ну, также Михалка, с кем я играла за первое и второе место. Также и Самарской области девушки. Ну, в принципе, очень много сильных девушек. Как ты расцениваешь результаты посева? Мы знаем, что достаточно сложно. Не всегда бывает, что ровные группы получаются. Как на этот раз? Как бы ты оценила? Да нет, в принципе, нормально. Прошла в первый финал, поэтому... Все хорошо. Вопрос такой. Мы всегда задаем его всем участницам. Если не секрет, поделись, пожалуйста, какая твоя основная сфера деятельности, да, где ты работаешь, если это не секрет, и сколько времени ты уделяешь настольному теннису в своей повседневной жизни? Ну, я работаю в Ледовом дворце, подрабатываю тренером по настольному теннису. Так, 3 раза в неделю у детей тренирую по вечерам, вот. А сама тренирующая, кто твои спарринг-партнеры? Ну так, их нету. Ну так, прихожу иногда с мужчинами, играю с нашими. Так. Турниры какие-то есть, нет? Ну есть, да, каждый месяц турниры, ночная лига также проводится. Если это тренировка, то как это твоя тренировка складывается? Оттачиваешь ли ты какое-то время подачу, либо БКМ, либо какие-то элементы, связки какие-то, либо это просто пришли и погнали на счет? Нет, и подачи тренируем, и по заданиям тренируемся, БКМ также, все, и на счет играем. Ну, тренировка хорошая получается, есть с кем поиграть. Твой игровой инвентарь, основания и накладки? Так, с обеих сторон Tenage 0.5, максималки, основания, жанжаки. Ну что ж, это была Кристина Машковская, Мурманск. Кристин, следим, хорошей игры тебе. Хорошо, спасибо большое.